Экспозиция «Шкафчик с секретом» знакомит посетителей Музея градостроительства и архитектуры Симбирска-Ульяновска с новыми спектаклями, созданными при участии Дмитрия Бобровича, члена Союза художников России. Впервые вниманию посетителей представлены куклы, костюмы и элементы декорации к спектаклю «Вторая смерть Жанны д'Арк» Ульяновского драматического театра. В экспозиции мы можем увидеть его в первоначальном виде, как задумывал художник. В карманах одежды палача находится множество медицинских инструментов. Они придают образу более жуткий вид. На выставке есть и костюм Бога, которого играл заслуженный артист России Владимир Кустарников. Его венчает интересный головной убор, выполненный из проволоки и тонкой ткани с изображением икон. Также здесь можно увидеть облачение Жанны д'Арк. В экспозиции за стеклом в витрине находится мини-макет повозки в виде шахматной доски, которая на сцене трансформировалась, а рядом макеты палача и бога. Есть еще один элемент декорации – голова лошади, а под ней в клетке гильотина. Эскизы кукол и элементы декорации к спектаклю «Малыш и Карлсон» гармонично вписываются в экспозицию. Они выполнены на самых настоящих чемоданах. Видимо, у художника на тот момент было чемоданное настроение. А макет декорации к спектаклю «Прекрасная царевна и счастливый Карло» находится в клетке и стоит на чемодане. По соседству тоже в клетке голова пиковой дамы. На выставке есть и в буквальном смысле шкафчик с секретами. Дмитрий Сергеевич его сделал как элемент декорации к спектаклям «Лисичка-сестричка», «Кот воевода» из цикла «Бабушкины сказки». Некоторые дверцы можно открыть и увидеть макеты к спектаклям. Эта выставка, интересная как для детей, так и для взрослых, будет работать до конца лета. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.